учитель и воспитатель, вы будете вместе, чем всегда. Мероприятие нужное, мы должны вот исключить из вот волнений призывников в тот момент, именно переступая порог воинской части. Многие здесь были первый раз, и как сегодня нам удалось услышать, так сказать, в кулуарах, что здесь нет ничего страшного, здесь все спокойно, все нормально, здесь созданы условия для проживания и быта наших солдат. Одним словом, ничего страшного в армии нету. Естественно, желаем нашим ребятам здоровья, желаем, чтобы их служба прошла под мирным небом, но и желаем, естественно, понимания у наших ребят, чтобы они своим воинским трудом обеспечили мир и спокойствие. Хорошей службы.